Всем привет, с вами Дедушка Западло. И сегодня проходим миссию профи в одиночку за класс штурмовик. И для этого нам понадобится старый добрый АК-103 и пистолет АПС Сталь. И снаряжение. Шлем штурмовика, жилет штурмовика, перчатки штурмовика и армейские ботинки. Ну что, погнали воевать? Thank you.
Здесь я уже подумал, что все, придется сливаться, ведь Джаггернаут завис. Но я решил эту проблему. Да, слепо мне очень помогла. И вот эта золотая середина. Здесь немножко We'll be right back.
а тут остаемся наверху на вот такой позиции. Главное в начале волны отстрелять всех бойцов наверху. А потом мы можем заняться ботами снизу. Это проходилось долго, так что местами буду ускорять.
вот здесь наверху боец спецназа не дает мне прикурить.
Ну вот и все, миссия пройдена. Спасибо за просмотр, ставим лайки, оставляем комментарии. Пока-пока, до новых встреч в бою.